Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами я, Ведьмак. Сегодня в рубрике «Пробуем на вкус» мы посмотрим игру под названием Lifeless Planet, которая недавно появилась в раннем доступе Стима. На эту игру я, в принципе, уже давненько положил глаз. Вот. В основном из-за необычности ее завязки. Собственно, суть здесь в том, что вот главный герой наш, некий астронавт или космонавт, все-таки, видимо, Исса. Вместо НАСА какой-то Исса. Окей, он все-таки американец, астронавт, значит. Попадает на заброшенную, что я говорю, заброшенную, необитаемую планету, вроде как. И внезапно находит на ней городок, принадлежащий Советскому Союзу, с советским флагом. Довольно необычная, согласитесь, завязка. Так я, наверное, буду на геймпаде играть, потому что как-то поудобнее. О, моя голова, короче, квадратная. Подожди, а... Он не то немножко говорит, что здесь написано. Моя голова кружится, звук моего дыхания пыхтит внутри моего шлема. Кажется пустым и далеким. Трудно сказать, как долго я был без сознания. Я волнуюсь, что... У меня может быть сотрясение, я так понимаю, конкашен. Может быть нет. Я бы хотел лечь и немножко отдохнуть, подождать, пока боль пройдет, но ситуация слишком критическая. Назвать это жесткой посадкой, значит, ничего не назвать. Мы тупо разбились. Может быть, яйцеголовые что-то перепутались с траекторией, или, может быть, я, в общем, неудача была такая. Как бы то ни было, тут явно не рай, который нам описывали дома. Нет никакой зелени, никакого признака жизни. Где моя команда? Надеюсь, они просто защищают периметр. Я единственный, кто, собственно, отключился на несколько минут. Мне нужно найти их, проверить их состояние и выяснить, какого черта случилось. И, блин, мне нужно все это сделать, прежде чем у меня кончится кислород. Да, у нас кончается кислород, я так понимаю. Я вижу следы. Давайте... Пойдем по ним, потому что это пока единственное, что за что вообще можно зацепиться здесь. Кстати, никакого, как это сказать, ой, нет. Блин. Я включил фонарик? Или мне показалось? Да, у меня есть фонарик. Никакого просто индикатора кислорода я не вижу пока. Новое задание. У вас кончается кислород. Найдите источник кислорода быстрее. Ну, побежали, наверное. Там что-то мигает, по-моему, если мне не показалось на солнце. Блин, у меня просто кислород, по-моему, испаряется с костюма. Вон там что-то есть. Да, там что-то мигает. Да, мы можем вроде как прыгать. Бам! Ого. Смачно припечатал. Кстати, моих следов нет. Поскольку это ранний доступ, стоит ожидать багов, недоработок, отсутствия некоторого контента игрового. Да ё-моё, иди быстрее. Чуть-чуть осталось. Оксиджен. Заполнен банк с кислородом. Осталось 8 часов. Станция снабжения кислородом, модель 8А. Эти станции разосланы на планету... В общем, заранее, короче, за 3 дня до того, как приземлились, в общем, эти ребята. И, в общем, это предназначено для того, чтобы продлить жизнь этих поселенцев, не поселенцев, короче, исследователей на планете. Однако, поскольку беспилотные дроны, как это назвать так, господи... Зонды.
установили, что на планета богата жизнью кислородов, и кислород вроде как близок к земному, они могут не понадобиться. Это, в общем, были предположения. Понятно. Я, конечно, рад, что планета полна жизнью, но что-то я этого немножко не вижу. Может быть, мы не там приземлились, где надо? Непонятно. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. Насколько я понимаю, говорит, даже со скоростью света путешествие займет 15 лет. Да. Что-то как громкая музыка, капец. Можно ее потише сделать? Ага, вообще ничего нет. В настройках. Короче, нас погрузит в сон, вроде как мы будем так лететь. Как вы готовитесь к этой миссии, если знаете, что не вернетесь с нее? Ну, в общем, члены команды очень добровольцы и очень крутые ребята. Вот. Как-то так. Это, видимо, его воспоминания, что ли, нашего астронавта. Кстати, те люди, которые нынче планируются в пилотируемую миссию на Марс, да, они тоже фактически отправляются в одну сторону, без возможности возврата. Пытаются там вроде как основать нечто вроде колонии. Тоже набирают туда добровольцев. Насколько я знаю, даже набрали уже команду целую. Тяжело представить даже, что это такое. Представляете, вот там 18, что ли, месяцев в одну сторону лететь. Вау, это вода. Прикольно. Или 10 месяцев, я точно не помню. Не особо удавалось подробности. Вот. В пространстве там что-то, по-моему, ну, размеров, скажем так, среднюю комнату в квартирах наших. И все эти люди, по-моему, 10, что ли, 15 человек будут жить вот в таком пространстве все это время. То есть должно быть очень, скажем так, психологически устойчивые люди, способные вот так вот прожить в одном месте. Джетпак. Короче, кажется, эта миссия полная катастрофа. Посадочный модуль разбился вместе с большей частью оборудования. Мой костюм функционирует, но с трудом. Джетпак может выдавать только небольшие, скажем так, струи пламени периодически, но можно использовать для коротких прыжков. И я могу покрыть больше дистанции, когда, собственно, буду запускать джетпак в момент на вершине своего прыжка. Вот, вот так вот, короче. Тихо! А, блин. Вот. В результате эти люди, которые летят на Марс, у них вообще никаких шансов вернуться домой нет практически. Поскольку возможности именно взлететь с Марса не будет. Как бы никакого топлива, никаких таких возможностей долететь не будет. Жрать там тоже фактически нечего, только то, что они сами вырастят запасы кислорода, воды и того прочего, тоже ограничены за время полета и за время жизни на Марсе, если они там сколько-то проживут, их, скажем так, внутренние органы и скелет, мышц, мускулатура, она изменится, подстроиться под низкую гравитацию. Фактически, если эти люди попадут на Землю впоследствии, то могут просто-напросто помереть. Нет признаков жизни. Я следовал по следу, в общем-то, оставленному моей командой, но, в общем-то, потерял его. К счастью, я могу и сам, в общем-то, разобраться, что к чему. Между тем, до сих пор не могу понять, почему эта планета такая заброшенная и безжизненная.
такая пустынная, безжизненная. Наши, собственно, исследования, да, при помощи телескопов, видимо, они дали следующее заключение. Планета богата жизнью, но и что? Куда мы попали? Куда все это делось? Может быть, мы приземлились не в том месте, но изначальные показания не дают вообще никакой биологической активности, то есть ничего живого здесь нет. Замечательно. Замечательно. Нас кислорода хватит на 8 часов, я так понял. После чего, я так понимаю, мы прикажем долго жить. У меня есть что-нибудь? Типа карты? Хотя какая карта, я же, блин, хрен пойми где. Иду хрен пойми куда, на неизвестной планете, откуда у меня карта. Можно было ее нарисовать. Да, только как. Я так понимаю, здесь... О. Можно спихивать объекты. И что мне это даст? Я так понимаю, можно пододвинуть. Я так понимаю, все это... Более или менее в недалеком будущем происходит. То есть технологии не так сильно продвинулись, чтобы... Это стандартный такой громоздкий костюм астронавта. Кислородный баллон. Я слышу какой-то звук. Но здесь есть вода на этой планете. Это как бы уже внушает некоторую оптимистичность, оптимизм, даже так скажем. Почему водопад есть, значит, реки текут, если так посмотреть. Но местность пустынная, почему-то жизни нет на этой планете. Как бы, когда где есть вода, там есть жизнь. О, подожди, это кто? Ты кто? Эй, куда делась? Они исчезают. Ладно. Ну, так нечестно. Какие-то лягушки. Или что это? Не знаю, зеленая хрень. Будем так ее называть. А, здесь живет зеленая хрень. Значит, жизнь все-таки на планете есть, но... Какая-то, я бы сказал, примитивная очень. Интересно, девки пляшут. Мне сразу сейчас вспомнился фильм «Планета обезьян», помните, где там астронавт пролетает через какую-то аномалию, да, в пространстве времени и прилетает на неизвестную планету, где обезьяны правят. Потом оказывается, что это была Земля в далеком-далеком будущем. Вот. А потом эти самые обезьяны, собственно, через ту же самую аномалию, пара этих обезьян с ребенком попадает на Землю, и этот ребенок вырастает, устраивает восстание обезьян, и, короче, повергает планету вот в то состояние, которое застала страна. Такая цикличность истории довольно интересная. Я имею в виду старые фильмы, если помню, там 9, что ли, этих фильмов. Вот. Мне тоже кажется, что мы попали на самом деле на Землю обратно. Ну, может, и нет. Не понял, это кровать. Какого черта? Так, дубль 2. Я сам на самом деле по дурости влепился в камень. Постоим тут пока. Он катится. Юхо. Ну, будем считать, нам померещилось, что у нас попал камень. Книга.
А элита? Нормально. Офигеть. И такой серп и молот на книжке откровенный. Довольно смешно, да? А в какую сторону мы шли? Черт бы побрал. Телеграфная линия. Ну как телеграф? Электрическая. Какого черта происходит? The town. Городок. Да. Это, наверное, был бы шок для астронавта увидеть здесь, что тут какие-то советские домики, флаг советский. Причем советский, понимаете, да? То есть это... Советский Союз развалился. Но, тем не менее, наш астронавт явно из Америки такой прилетает и видит тут... Ну, домики, да, такие со ставнями. Ну, хотя ставен нет. Говорит, надо быть спокойным. 15 лет я лежал в криоотсеке, замороженный, как куча, короче, овощей. Так они, по крайней мере, мне сказали. Хорошую, короче, они нам историю наплели. Другая планета, подходящая для человеческой жизни. Не могу поверить, что я на все это повелся. А, блин. Я даже, говорит, готов отдать им должное по поводу вот этой нехватки кислорода. Отличная штука. Конечно, скорее всего, они просто намудрили с датчиками. Готов поспорить, если я сниму... ну, я могу снять свой шлем прямо сейчас. И в чем смысл-то? Проверить, как долго мы сможем продержаться, прежде чем, собственно, нарушим протокол. Я какой-то, короче, парень, играющий в астронавта. Но в чем смысл-то всего этого? И куда они дели мою команду? Нужно оставаться спокойным. Моя голова до сих пор кружится от падения. Возможно, нужен доктор. Думаю, они это тоже считают смешным. Ну, в общем, естественно, первая мысль, которая посетила его, это то, что его обманули. На самом деле это никакая не другая планета, а просто их выбросили где-то на Земле. Вот, и наблюдает за ними, типа, как долго они будут следовать протоколу своему, да, правилам, которые придуманы при посадке на планету. Мне напоминает один рассказ. Фантастически, я забыл, кто автор, как он назывался, где там людей запирали вроде как в отдельном космическом корабле, вот, и они должны были там имитировать полет на Марс. Полет и высадку, им сказали, что это фейковый полет, то есть вы там какое-то время летите, потом вы выходите на поверхность, там что-то шаритесь, там все это будет в рамках павильона. Вот. И люди, соответственно, там выживали. Вот. В тяжелых условиях, там у них техника ломалась, все такое. А потом выяснилось, что они на самом деле действительно прилетели на Марс и жили там достаточно продолжительное время. Вот. Чуть такое. Началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И
теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительства Запада расценивают наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. Но за нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии, стали могущественной державой и доблестно боролись за распространение коммунистических идеалов среди других порабощенных народов. Но то, что мы совершим здесь, позволит стране Советов вырваться далеко вперед и поставит нас во главе всего остального мира без единого выстрела. Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники которой мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. Надо сказать, внушает, да. Это, по-моему, магнитофон с бобинами, что ли. Помните, магнитофонная лента была такая, еще старого типа, которая наматывалась на катушке. Кто моего возраста, те помнят. Так, но пока, честно говоря, больше вопросов, чем ответов. То есть кто-то здесь записал сообщение о том, что они попали в новый мир, назвали его «Зеленый огонь», не знаю почему. Неужели они этот мир уничтожили, довели его до такого состояния пустыни? Вообще, домики такие откровенно деревянные, обычные, то есть не рассчитанные на жизнь без кислорода. Один он красный домик. Как это может быть возможно? Что именно возможно? Так, подожди. Это что такое за линия? Видимо, баг какой-то. Я вижу, что тут крыша проломлена, и туда можно вроде как попасть. How do I make it up there? Как говорит, мне туда добраться? Прошу прощения. Ну, может быть, бочкой? Не хочешь? Бочки он не хочет. Хотя, может быть, вот это можно прокатить. Но она только... А, все, понял. Так. Так. Давайте почитаем, что тут за записи. Лабораторный код, часть Б. Вторая часть кода для того, чтобы попасть в лабораторию, 549. Нужно, короче, две части кода держать отдельно, написано там. Соответственно, нам нужна вторая часть кода, или первая, как уж правильно, не знаю. Я не знаю, просто зачем, что за лаборатория, но вот, видимо, там то, что виднеется на горизонте, это лаборатория, как мне кажется. И чтобы попасть туда, нам нужен код. Ну, домики какие-то все довольно одинаковые. Интересно, вот эти линии электропередач, которые ведут, они же откуда-то куда-то ведут электричество, да? То есть там, возможно, источник тока находится, какая-то станция, возможно, геотермальная, возможно, гидроэлектростанция. Это, говорит, долгий спуск. Но мы туда, наверное, не пойдем. Мне кажется, в этом нет смысла. Давайте все-таки попробуем в округе посмотреть, что... А, это провод лежит на земле. Так... То, что я думал, баг. Надо сказать, атмосфера довольно пыльная. И такое ощущение, знаете, надвигающейся бури. Что вот-вот налетит ураган, пыльная буря какой-нибудь самую, и занесет все к фигам собачьим. Такое есть тут некоторое ощущение атмосферы, угрозы. Maybe that trackway will lead me to my crew. Ага. О, кровь. Кто-то ранен.
Но тут кровь обрывается. Так, а там тоже, смотрите, еще линия электропередач или что-то типа того. Да, допустим, допустим. Этот домик почти занесло песком. Но вот этот вообще занесло. Что-то есть. Давайте посмотрим. То, что я потерял. Жизнь здесь стала очень тяжелой. Я так хочу вернуться домой. Мой брат однажды сказал, я должен составить список вещей, по которым я скучаю из дома. Я улыбаюсь, когда я думаю об этих вещах. Надеюсь, что мы скоро сможем вернуться домой. Вещи, по которым я скучаю. Чебурашка, смех, музыка, бабушкин самовар, медицина, свежий хлеб, молоко, мама. Автоматический перевод с русского. Интересно, а можно ли игру на русском поставить? Кладбище? Смотрите. Много здесь людей схоронили. Не то, что много, но, блин, для... Нашел, в общем, пачку могил рядом с городом. Ну, в общем, чем бы ни было это место, говорит, для своих обитателей оно явно недружелюбно настроено. Какой-то бункер, похоже. Закрыто. Нужно найти обе части кода. Одну мы нашли. Соответственно, нужно найти еще одну. Бам. Интересно, а можно ли убиться, если спрыгнуть так? Скорее всего, можно. О, я могу даже вот так вот сделать. Так, не очень. Ну так получше будет. Часть здания погребенная. Так, ну что, давайте попробуем добраться до вот этого вот виднеющегося вдалеке непонятной каланчи. Даже затрудняюсь предположить, что это за здание. Ну, заодно и по этому следу пройдем. Если, конечно, он еще остался. Ну да, ведет. Кто-то окровавленный здесь шел. Какая-то довольно странная груда камней. Мне не нравится. Ну, в общем, след ведет. Да ну нафиг. Да ну нафиг, отстань от меня. Эй! Он за мной гонится. Там внизу что-то есть, видите? Это тварь какая-то. Беги, чувак, беги. Быстрее, внутрь. Фух. Вот ты где. Ты в порядке? Блин, этот чувак, это плохо. Слушай, мы почти... У нас нет кислорода. Но я тебе с тобой поделюсь. Может быть, есть где-то в городе воздух. Баллона. Ладно, лежи здесь, с собой все будет хорошо. Я все поправлю, блин. Ого. Блин. Куда он делся? Капец, его утащили. Что это за место, блин? Такое жуткое. Первая часть кода. Хорошо. 331-549, это я видел. Так, у меня, наверное, кончается кислород, пойдем как пополним, потому что... Это что за дымка на горизонте? Или что это? Это забор все-таки, да? Мать твою, что за звуки? Без того жутко стало. Какие-то твари под землей гнездятся.
Как в фильме «Дрожь земли». У вас мало кислорода, найдите кислород, прежде чем он кончится. Да, я понял. Я же уже нашел, в принципе. Так можно достаточно быстро передвигаться. Да, вот он, что-то пыхтишь-то там. Все. Попытались мы спасти своего товарища, поделиться с ним кислородом, но... Он все равно погиб. Мы в результате лишились запаса. Ну, теперь, надеюсь, его хватит на некоторое время. Прежде чем мы кого-нибудь еще пытаемся спасти. Исследовательский комплекс. Бум. Видимо, вниз мы уже, точнее, вверх мы обратно не попадем. Блин, так резко поворачивается. Ну что? Нифига себе здесь туннель. Ого! Метро, что ли, строить собрались? Опять кровать, ты посмотри. Похоже, у нас галюники. В прошлый раз, когда кровать исчезла, на нас свалились булыжники. Как бы еще что-нибудь на нас не свалилось сейчас. Нет? Ладно. Пока что, надо сказать, довольно интересная игра. Я, наверное, даже ее пройду до конца, раз уж такая пьянка. Я не думаю, что она очень длинная, но хотя как знать. Это будет уточнить концепцию, в чем здесь смысл-то. Все-таки пройти на, как бы, на одиночное прохождение рассчитано, или все-таки тут больше какой-то эксплоринг в стиле какого-нибудь Слендера. Электричества нет. Ага, ну вот, собственно, электричество. Союз нерушимый, республик свободных и так далее. Неплохо, они тут окопались. Столы какие-то с микроскопами, что-то исследовали. А, я заметил, что скелет сидит на стуле, мы к нему попозже подойдем. Сначала я хочу посмотреть на книжечки. Может быть, что-то полезное здесь будет. Так. Такое выкопали, блин, ангар прямо под землей. Зачем? Если они жили так на поверхности спокойно, то зачем им такое убежище? Неясно. Но оно уже, я смотрю, частично обвалилось просто-напросто. Очень-очень интересно, что же здесь происходило в этом месте. Динамит? I bet I can make use of this. Пусть лежит пока. Хотя ладно, давайте заберем. Динамит. Я так думаю, нам сейчас нужно будет взломать какие-нибудь завалы. Но вот этот большой, наверное, не взломать. А что-нибудь, чтобы расчистить себе проход, в принципе, вполне. Ой. Сразу уже взвелся. Ладно, пусти-ка это.
Подожди, как так? Я за километр же стоял. Ладно. Реализм, наверное. Так, ну что, давайте послушаем, что нам еще скажет этот. Ночь назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние 2 дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью о кончине. Но как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. Ясненько. А я так понял, разработчики игры все-таки русские. Я что-то такое припоминаю, когда я видел эту игру, то ли на Кикстартере, то ли в Гринлайте я ее приметил. По-моему, в Гринлайте я ее видел. Вот и нажал там кнопочку «Одобрить». Потому что мне понравилась идея. Вот, но в принципе, пока что довольно все интересно. Даже записи эти на русском языке, они такие прям аутентичные. Так, подожди. Я не туда побежал. Я думаю, нам этот динамичес пригодится просто, чтобы следующий какой-нибудь завал разобрать. Поэтому мы его с собой таскаем. Так, ну и в следующий раз нужно будет подальше отвалить от места взрыва. Русские нашли какой-то портал, который перенес их на эту планету. И похоже, здесь все потом пошло не очень хорошо. Ясненько. Так. Так, он взвелся или что? Или... Да, блин. Я нашел путь в какую-то исследовательскую комплекс. Прошел мимо скелета в форме лабораторного рабочего. Документы указывают, что русские построили какой-то портал, который привел их сюда. Ну, я даже не уверен, куда сюда. Это место вроде как похоже на колонию. И похоже, они не успели до конца здесь обосноваться, прежде чем все очень пошло плохо. Ну, да, я согласен. А что это у меня рука это висит, интересно. Так, что с этим динамитом? Он какой-то непонятный, если честно. Он там что-то мигает. А, все понятно. Подожди, отдай ему динамит. Эй! Ну, или он типа не нужен больше, и мы его брать не будем? Ну ладно. Больница. А почему с маленькой буквы написано? Или все-таки не русские эти создатели игры? Хорошо, неважно. Ну, в общем, такой небольшой госпиталь, да? Давайте послушаем еще одну запись. Вирус распространяется все быстрее. Вирус. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы ее разрешим. Мы должны ее разрешить. Окей. Заразились чем-то, но что неудивительно на неизвестной планете. Так, это опять какие-то глюки пошли. Ебана мать. Жутко. Так, какие-то следы светящиеся. Отлично просто. И они еще пропадают, по-моему, да? Интересно, за счет чего они светятся? Я не знаю, зачем я сюда полез.
Похоже, говорит, мой разум играет со мной шутки. А я на секунду подумал, что я на земле. После того, как галлюцинация прошла, я нашел следы человека, ведущие из этой подземной фабрики. Следы светятся зеленым по непонятным для меня причинам, я не могу это объяснить. Я взял несколько образцов, но у меня не было времени для анализа. Следы, похоже, ведут из фабрики, и пока что я собираюсь им последовать. Буду соблюдать осторожность. Так, отлично. Какой-то огромный вентилятор. Все как обычно. Естественно, мы туда не пройдем. Еще нас сдувает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А этот вентилятор не очень хорошо работает. Ну что, давайте тогда закатим в него бочку, чтобы он окончательно перестал работать. Все равно здесь воздух уже не особо кому нужен. Да и он, я так смотрю, в любом случае снаружи не пригоден для дыхания. И чё? Тихо. Блин, как бы меня самого не загнобило. Да блин. Бочка, аре, строите себя. Хрен пойми что, отлично. Сломали. Ржавые такие эти пропеллеры, вентиляторы. И мы проникли куда-то под землю. Здесь все в этой зеленой дряни. И следы ведут туда дальше. А впереди свет, что характерно. То есть электричество здесь есть, вентиляторы работают, свет светит, все нормально. Кругом катушки кабелей. Почему там? Надо, говорит, найти способ включить это. Я нашел. Я не хочу знать, что это за звуки. Но они явно не к добру. Мне здесь жутко. Мне кажется, за нами кто-то следит. Кстати, у нас цифра 2 на скафандре. Интересно, а у кого цифра 1? Вроде как нумерация, наверное, членов экипажа, что ли, чтобы они друг друга могли различать. То, что видите, все одинаковые в этих шлемах, скафандрах. Непонятно, кто есть кто. А цифры хоть можно различать. Может, еще цвет как-то вот этих вот полосок на штанах влияет, не знаю. Так, ну что? Продолжаем. Да подожди, подожди. Я, пожалуй, назад пойду. Ладно, пыль рассеялась. Пойдем пока дальше. Следы ведут в завал. Может быть, где-то есть путь вокруг. Возможно. Напоминает это подземную локацию в Нью-Вегасе. В этом дополнении Lonesome Road. Не спускаешься вниз, а там какие-то твари живут. Адские, телепортирующиеся. Или они невидимыми становились, я уж не помню. Короче, злобные были мартышки. Непонятные трубы. Я так понял, колонии не успели толком обосновать, но тем не менее огромный подземный бетонный бункер с какой-то инфраструктурой распределенной они выкопать успели. Советский Союз. Везде строят военную базу. Военную. Так, ну что, мы прибыли в еще более огромную пещеру и вроде как можем там подняться наверх. И на этом, наверное, я завершу
вот это первое видео. Я думаю, сейчас я запишу еще парочку, пройду игру, наверное, до конца, по возможности. Вот оказалось довольно интересно. Тем не менее, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, приходите смотреть следующие серии, другие прохождения. С вами был я, Ведьмак. Всем пока.